Добрый день. В преддверии праздника готовимся к празднику. Берем рюмашечку, колбаску. И вот таким образом отправляем нахлёст в нашу рюмашечку. Отправляем на тарелочку, чуть-чуть прижимаем и снимаем. Посмотрите, какая розочка получилась. Такой розочкой можно украсить любой салат, любую нарезку. Может сделать ее любой. Не надо никаких особых навыков. Просто немного терпения. Такая розочка покорила весь ТикТок. А я сегодня здесь у вас в гостях с этой розочкой. Это ветчина. Но она не такая у меня податливая. Пережимаем. И снимаем рюмашечку. Тихонечко. И вот еще одна розочка у нас получилась. По опыту могу сказать, что легче работать с копченой колбаской. Она такая немножко липенькая. Беру два сорта колбаски. Вот копченая с салями и ветчину. Переворачиваем. И вот еще одна розочка получилась у нас. Для нашего праздника я покажу, как очень просто, легко из огурца сделать нам сердечки. Сердечки отправляем на тарелочку. 8 марта очень подходят наши розочки. Любую вашу нарезку, любой салат можно украсить простенькой и в то же время такой нарядной розочкой. Готовьте, радуйте своих близких и родных. Я вам желаю всего самого доброго.